Робота моряків пов'язана з високою напругою і стресом. Тривалий час роботи і втома часто створюють проблеми зі здоров'ям. Для того, щоб у короткий термін максимально якісно поправити своє здоров'я і повернутися до звичайного життя, для моряків, які є членами профспілки працівників морського транспорту України, розроблена спеціальна програма, що включає в себе комплексне медичне страхування страховій компанії «Крона». На сегодняшний день морякам, обратившимся в нашу страховую компанию по полисам медицинского страхования, мы предлагаем полный перечень медицинских услуг. Мы предлагаем им стационарное лечение, скорую медицинскую помощь и амбулаторно-поликлиническую помощь. Каждый моряк может быть уверен в том, что, обратившись в страховую компанию, он получит квалифицированную помощь уже на этапе первого звонка, первого обращения. В дальнейшем врачи-координаторы страховой компании помогут ему и направят непосредственно в то медицинское учреждение, которое ему необходимо по профилю его заболевания. Днями моряки компанії «Вішипс», які є членами профспілки працівників морського транспорту України, отримали свої перші страхові поліси в рамках страхового проєкту, розробленого для них профспілкою і фахівцями страхової компанії. Вопрос медицины, он всегда важен, потому что если мы посмотрим на ту же скорую помощь обыкновенную или, не дай бог, попасть в лечебное учреждение, конечно, бюджеты очень маленькие. Поэтому то, что делает сейчас страховая медицина, это как раз тот шаг, который действительно нужен ну, не только морякам, но и всем гражданам Украины. Сегодня наработано много, сделано хороших наработок по страховой медицине. Прежде всего, это моряки-члены их семей, которые застрахованы по системе «Альянс». Это порядка 700 офицеров, старших офицеров, и уже порядка 2000 моряков, которые не попадают под систему «Альянс» страховую, застрахованы по «Кроне». И сейчас идет продолжение этих наработок, идет продолжение работы, и все моряки «Вишип», которые не покрыты системой «Альянс», будут покрыты «Кроной». Такие сегодня результаты. Я скажу так, что сегодня компания «Вишипс» трудоустраивает в год более 7000 моряков и более 500 кадетов. Поэтому как раз вот социальные программы, которые обусловлены как раз конвенцией MLC 2006, как раз это тот аспект, на который мы уже давно акцентируем внимание и работаем совместно с профсоюзом. Дана програма добровільного медичного страхування створена з метою збереження та підтримки здоров'я і працездатності моряків. Не можна скористатися в міжрейсовий період на території України, звернувшись до фахівців страхової компанії «Крона» за телефонами, вказаними в індивідуальному страховому полісі. В рамках програми моряк має право проходити обстеження за медичними показниками в кращих клініках і медичних лабораторіях України, отримувати кваліфіковану лікарську допомогу в умовах стаціонарного та амбулаторного лікування, а так само бути впевненим у високому професіоналізмі бригад швидкої медичної допомоги. Ми почали цей проєкт кілька років тому, я повторюсь, з тим, щоб включити в комплексну програму медичного страхування скору допомогу, стаціонарне лікування, поліклінічне обслуговування, обслідування, щоб кожен український моряк міг уділити в міжрейсовий період час собі, посвятити минимальное количество времени своему здоровью и эффективно пролечить те процедуры, которые необходимо провести, и провести максимальное количество времени со семьей, с близкими, чтобы уделить им максимальное время во время своего бесценного отпуска. Профсоюз работников морского транспорта Украины и Черноморская первичная профсоюзная организация моряков, объединяя на сегодняшний день более 25 тысяч украинских моряков и плодотворно работая с компанией «Вишипс» многие годы, мы создали этот проект и начали этот проект непосредственно с работниками «Вишипа», с моряками, которые работают на судах компании «Вишипс». Мы много времени уделяем различным другим социальным проектам, но на наш взгляд медицинское страхование на сегодня очень актуальный вопрос. Это будущее, наверное, всей Украины в скорости. Поэтому мы наших украинских моряков готовим к тому, как будет работать обязательная медицина в будущем. И на сегодняшний день они могут воспользоваться всеми удобствами данной программы.
Як зазначив перший заступник голови профспілки робітників морського транспорту України Олег Григорюк, пілотний проект цієї програми був запущений кілька років тому. І тільки зараз, підігнавши її під вимоги і потреби моряків, розпочався повноцінний проект, в рамках якого буде застрахований безліч моряків, членів профспілки працівників морського транспорту України.